Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о начале советской анимации. И российской анимации тоже. И зачинатели этой анимации в 20-е годы, трудные годы для нашей страны, были Николай Ходатаев и Зенон Комиссаренко. Они были первыми профессионалами, то есть мастерами, подготовленными профессиональными художниками, поскольку они закончили в те времена в Хутемас, это нынешняя Строгановка. Кстати, Владимир Маяковский тоже в свое время окончил Хутемас. Это было замечательное учебное заведение, художественное во всех отношениях. Кстати, там преподавали великие люди. Бенуа, Рерих, Коровин, Малевич. Хутемас был школой новой жизни, школой нового искусства. На экранах вы, кстати, видите уличное представление спектакля Эйзенштейна «На всякого мудреца довольно простоты». Одна из главных большевистских идей 20-е годы была идея мировой революции в пределах земного шара. Художники же выносят ее за пределы планеты, в космос. Николай Ходатаев вспоминает. На кинофабрике «Межраппом Русь» снималась картина «Аэлита». Для фантастической части фильма был объявлен конкурс художников. Я поехал. Там я встретил своего товарища по гимназии Пудовкина. И он познакомил меня с Протазановым, режиссером «Аэлиты». Вернувшись от него, я рассказал друзьям Зенону Комиссаренко и Юрию Меркулову. А через неделю я собрал все наши эскизы и наброски по Марсу и отправился на Петровский бульвар. Протазанов сказал: «Хорошие рисунки, но у нас так мало средств, чтобы их осуществить». Мы разошлись, было досадно. И в итоге Протазанов продолжал свой замечательный авангардный фильм «Аэлита» без молодых художников, а молодые художники стали делать самостоятельно свой мультипликационный фильм, который называется «Межпланетная революция». Люди склонны считать этот фильм пародией на «Аэлиту», хотя это не совсем так. Эти молодые люди, первые профессионалы советской анимации, были захвачены идеей, модно-популярным сюжетом. Они были вдохновлены своей юностью, азартом, новым делом. Они решили попробовать незнакомую для себя технологию анимационной перекладки, бумажной марионетки, которая в производстве была удобной, быстрой и легкой. Атмосфера создания этого фильма «Межпланетная революция» была дружеской, энергичной. Это для них, талантливых художников, было одновременно и развлечением, и экспериментом. В своем сюжете наши коллеги пошли дальше Владимира Ильича Ленина, мечтавшего о мировой революции. Да, вы заметили, что-то мелькает в кадре? Это руки авторов, поскольку они передвигают марионетку и не успевают убрать руку вовремя при съемке. Наши знакомые сделали межпланетную революцию. То есть пошли дальше, почти к «Звездным войнам». Три человека – Зенон Комиссаренко, Юрий Меркулов и Николай Ходатаев – это три судьбы. У них много общего. Они вместе учились, вместе пришли в анимацию, и она их объединила. А это автопортрет Николая Ходатаева, замечательного живописца, мощного человека, теоретика анимации. Его считают руководителем этой группы. Авторы «Межпланетной революции» после окончания фильма занялись другой темой. И для этого они впервые внедрились в культуру Китая и познакомились с ней у нас. Киновед Виктор Листов говорит так. Для мультипликации это очень выигрышный материал. Новый антропологический тип и понятие о близком соседе, у которого беда. Это простая крестьянская идея мировой общины всех трудящихся, негр или китаец – это знак угнетенного человека, которому нужно помочь. Это «Китай в огне». Фильм снимался уже на государственные деньги, тогда как предыдущие «Межпланетные революции» снимали на деньги
Николая Ходатая, лично им заработанную. Картина должна была быть полнометражной, и они пригласили еще своих коллег по Футэмасу, Иванова Вано и сестер Брумберг. Но художественный стиль картины определяли сами Ходатаев, Меркулов и Комиссаренко. Они, правда, были художниками разноплановыми, поэтому и стиль фильма так неоднороден. Здесь и карикатура, и пейзаж, и портрет, и плакат. Николай Ходатаев был чрезвычайно талантливым человеком, первым теоретиком искусства анимации и прекрасным живописцем. По словам его домашних, он рисовал всегда, стоя, сидя, гуляя. Он зарисовывал бесформенные куски материи, которые для него превращались в оживший предмет. Кстати, этот автопортрет, по словам его родственников, обладает даже какими-то мистическими свойствами. Николай Ходатаев родился 9 мая 1892 года в Ростове-на-Дону и получил два образования – живописца и архитектора. Человек он был вспыльчивый, резкий и влюбчивый. Об этом говорит и серия женских портретов, обнаруженных нами в его квартире, которая была и мастерской. Он часто писал свою жену, и сейчас видите два портрета этой прекрасной женщины. Интерес к женской психологии, к внутреннему миру, как ни странно, нашел отражение и в анимации Николая Ходатаева. В 1927 году Ходатаев снимает юмористический фильм «Одна из многих». Это фильм соединения анимации и живой натуры. Ему помогали его молодая сестра Ольга Ходатаева и Валентина и Зинаида Брумберг. Это история девушки, мечтающей о карьере Мэри Пикфорд, ее сон – путешествие в Голливуд, где она встречает всех знаменитых в то время комиков и красавцев. На этой стене можно узнать и Чарли Чаплина, и Гарольда Ллойда, и Дугласа Фэрбанкса. Ходатаев называет анимацию динамической графикой и раскрывает ее значение. Когда будут освоены приемы динамической графики, художник в кино займет доминирующее положение. Будет зреть искусство настолько могучее, что искусство сегодняшнего дня померкнет, что, кстати, мы сегодня и наблюдаем. Николай Ходатаев довольно рано оставил занятия анимацией и переключился исключительно на живопись. И однажды он написал портрет, вот этот. Это портрет женщины, которая никогда не существовала в действительности. Она снилась ему, приходила к нему во сне. А днем он ее рисовал, рисовал по памяти. И вечером торопился пораньше заснуть, чтобы снова с ней встретиться, с ее зелеными глазами. Когда портрет был закончен, она его больше не навещала. Женщины и женские проблемы волновали Николая Петровича. И что же, вот кино. Грозный Вавило и тетка Арина. Это, так сказать, лубок, наивный, смешной, посвященный 8 марта. Вот еще чудные портреты.
жены Николая Ходатаева, с сыном Константином. Мальчик как будто из его фильма «Самоедский мальчик». И сам фильм – это еще одно открытие, которое сделал для себя и для зрителей Николай Ходатаев. «Северная культура». В фильме использованы национальные ненецкие рисунки, рисунки по кости, резьба и орнамент. Вместе с ним над фильмом работала его сестра Ольга и Валентина Зинаида Брунберг. Сюжет фильма «Мальчик-самоед», так раньше называли немцев. Он посмеялся над шаманом, а тот его выбросил в море. Но мальчика подобрали и спасли советские моряки. И теперь он учится в Ленинграде на рабфаке. Вот такая история. Ходатаева были чрезвычайно высокие художественные требования. Он и сам, хоть это и странно, был похож на художника Возрождения. И даже одевался иногда в короткие бриджи, чулки, туфли на высоких каблуках, женские, за неимением мужских. Он был человеком свободным и независимым. Но годы были уже 30-е. И Коммунистическая партия пыталась руководить и кистью художника, и карандашом мультипликатора. Сейчас вы увидите фильм, из-за которого Николай Ходатаев ушел из анимации и после 40-х годов не сделал ни одного фильма и до конца своей жизни занимался только живописью. Это фильм «Органчик». Он был сделан по повести Салтыкова-Щедрина «История одного города». Салтыков-Щедрин не был запрещенным писателем, но Ходатаев сделал высокохудожественную сатиру. Талантливый фильм, наполненный новыми деталями, выполненный в строгой графической манере художниками-черкесом и ячеистовым. Они пером и черной тушью передали стиль гравюры на дереве. В зале редко звучал смех. Николай Ходатаев объяснял это так. Смех сатиры как бы уходит вглубь человека, вызывая в нем целый ряд эмоций, среди которых эмоции смеха иногда меркнет, задавленная возмущением, злобой, ненавистью, страданием. Это был 1933 год. В это время в стране разрабатывалась стратегическая программа превращения отечественного кинематографа в советский Голливуд. В кинотеатре «Ударник» показали фильмы Диснея, вызвавшие небывалый ажиотаж. Фильм «Органчик» был по стилистике и идее абсолютно далек от бездумной диснеевской продукции. И фильм был назван критикой вредным и неудачным. Ходатаев не вступал в полемику с критиками. Он сделал еще пару незначительных фильмов и навсегда ушел из кино. Один из таких незначительных фильмов, вот он, «Хлебозаготовки». Конечно, такие фильмы Ходатаеву было неинтересно делать. Это агитка. Чистая бюрократическая советская агитка. И в переменившемся пространстве и времени Ходатаеву уже не нашлось места на студии и в анимации. И он ушел. Он писал своему приятелю в Армению, что готов рисовать портреты на заказ, готов консультировать по анимации. В общем, готов к любой работе, кроме режиссерской в Москве. Писал о своей депрессии. Этот, безусловно, ведущий режиссер советской анимации тех лет. Мы можем только догадываться и предполагать, как и куда пошла бы русская советская анимация, если бы ее не оставили Николай Ходатаев и его коллеги. А вот самый последний фильм Ходатаева «Карьера Фиалкина». В общем, это такие же хлебозаготовки, такая же бюрократическая ерунда. К сожалению.
Право слово. Уверяю, вот причина, комары. Еще 45 лет Николай Ходатаев прожил без анимации. И умер в 1981 году. В наше время, а мы, его коллеги, об этом даже не слышали. Одним из соратников Ходатаева был потрясающий художник и режиссер Зенон Комиссаренко. О нем, честно говоря, было неизвестно ничего. Одна единственная фотография плохого качества сохранилась только на учетной карточке члена Союза кинематографистов. Да и ту нашли недавно. В «Элите» Протазанова оказалось, он работал. Это обнаружилось только вот по этой карточке. И там он делал предметную анимацию, как выяснилось, которую до него, собственно говоря, вряд ли кто создавал. Эти движущиеся конструкции и были первой предметной анимацией в России. Он был, пожалуй, конструктивистом, кубистом, экспрессионистом, все вместе взятое. Он был учеником Малевича и привлек в анимацию и Николая Ходатаева, и Юрия Меркулова, вместе с которыми они и создали свою межпланетную революцию. Зенон Петрович родился в 1891 году в Симферополе, а в 1919 закончил в Москве в ХУТЭМАС. Получил специальность художник-монументалист. Уехал в Ташкент, где создал художественную школу, в которой некоторое время и преподавал. В начале 20-х, поработав над «Элитой» Протазанова, он со своими коллегами приступил к работе над фильмом «Межпланетная революция». Эта картина не вышла на экраны. Однако уже на следующий год они приступают к работе над фильмом «Китай в огне». Зенон Петрович был человеком невероятно разносторонним и очень хорошим художником. Посмотрите на эти замечательные костюмы, созданные им. Кстати, многие живописные работы Зенона Комиссаренко найдены только что, совсем недавно. Можно с уверенностью сказать, что изобразительный стиль фильма «Китай в огне» определил Зенон Комиссаренко. Кстати, Зенону Комиссаренко принадлежат и другие изобретения. Например, он ввел в практику создание мультфильмов так называемый альбомный метод, который сослужил добрую службу всей отечественной мультипликации. У Эмиля Рейно, изобретателя мультипликации вообще, в 80-е годы 19 века использовался цикл, когда в проксиноскоп, в такую киноигрушку, вкладывается лента с 12 рисунками одной и той же фигуры, но разных последовательных положений. Вы можете крутить и смотреть этот аппарат и видеть это все до бесконечности. Это и есть пример альбомного цикла. «Китай в огне» был не только первым полнометражным анимационным фильмом, он был еще и художественным, вернее, высокохудожественным фильмом. Об этом вы можете судить по этим кадрам. Как все продумано. Техника простой перекладки выглядит теперь не такой уж простой, а бумажная марионетка выглядит изящнее и пластичнее. Зенон Комиссаренко принял участие в создании немногих мультипликационных фильмов. И, к сожалению, они практически не сохранились. Помимо «Совкино» с
студии. Он работал еще на студии Госвоенкино, на студии Межрапомпрусь. Но его работы в основном не дошли до нас вследствие пренебрежительного отношения к художникам-мультипликаторам. Да и не только к мультипликаторам, а вообще к кино. Очень часто можно было вместо фильма увидеть рядом с его названием на бумажке такой штамп. Картина уничтожена согласно протоколу комиссии такого-то числа, такого-то года. Говорят, что рукописи не горят, но фильмы, не дошедшие до зрителя, навсегда исчезнувшие из нашей культуры, это, разумеется, настоящее преступление. Хорошо, что сохранился вот этот дирижабль и раскадровка. Комиссаренко, конечно, был большой мастер, большой художник. Он был личностью трагической и одинокой. Зенон Комиссаренко, кроме того, делал витражи из цветного стекла. В барачных строениях завода, который входил в состав Института стекла, где когда-то работал Комиссаренко, были его витражи. Как говорят те, кто их помнит, это были какие-то абстракции, не имеющие ничего общего с замечательной социалистической реальностью, действительностью. Поэтому их быстро замазали или закрасили. И пригласили настоящих советских художников. Они нарисовали на этих витражах какие-то картины из жизни партии и правительства. А потом и правительство стало не нужно, то есть убирали правительство. А стало нужно цветное стекло на личных дачах. Вот и вся история витражей Зенона Комиссаренко. Вообще мало кто из людей его окружавших знал о том, что этот нелюдимый, кроткий, тихий человек, такой потрясающий художник. А сейчас мы с вами видим целую выставку работ Зенона Петровича Комиссаренко, которую в России не видел никто. Это работы, написанные Зеноном в разные годы. Эти картины были представлены в Сорбонне, а потом потеряны. И вот сейчас они нашлись. Они нашлись на чердаке дома ветеранов кино, где последние несколько лет жил Зенон Комиссаренко. Зенон Комиссаренко жил там и не подозревал действительно, что его работы здесь же, только на чердаке. Он, как и все остальные, думал, что работы эти утеряны навсегда. Тайна путешествия в Сорбонну и обратно не открыта до сих пор. Но вот отрывок из текста, который был зачитан искусствоведом из Франции Жаном Варкаде в докладе, посвященном этой выставке в Сорбонне. Официально признанный основоположником мультипликации в Советском Союзе, принимавший участие во всех выдающихся мероприятиях 20-х годов, Зенон Комиссаренко, заплатив дань всеобщему увлечению утилитарным искусством и дождавшись пенсионного возраста, обнаружил себя как один из самых блестящих художников послевоенного времени. Можно подумать, что он хранил в себе сокровище острой чувствительности. И, наконец, плотина прорвалась, не выдержав того, что накапливалось годами и не было выражено. Перед произведениями Зенона Комиссаренко чувствуешь именно ощущение освобождения. Сегодня мы заканчиваем рассказ о Николае Ходатаеве и Зеноне Комиссаренко, но рассказ наш не полон. В следующий раз мы его дополним и расскажем о друзьях этих замечательных аниматоров, о друзьях и коллегах. Это Юрий Меркулов и Даниил Черкес. До следующего раза.